получилось, что потери пошли, как говорится, косяком. Практически это про всех друзей, кого я потеряла за последние годы. Вот он и наступил на нас високосный, пеплом прикрыв мокрые мостовые. Что ж ты сидишь, вцепившись в свои вопросы, будто на вкус мир ощутив впервые? Все же нам дали с вами попраздновать, братцы, выпить, опохмелиться. Чего же боли? Вновь фотографии чьи-то начнут меняться, глядя издалека, как в тюрягу с воли. Что ты твердишь, как мантру нелепой вести, прямо в зрачки уставишь, слабая и прямая. Мы были живы, а в жизни мы были вместе. Мы были вместе, и большего я не знаю. Давай останемся на свете этом, как партизаны. Здесь привольно летом полянками зелеными скакать. А что зима? Нальем себе по чарке. Нас не догонят злобные овчарки, а к заморозкам нам не привыкать. Пусть по другим друзья справляют тризны, нас не отыщут в самой гуще жизни и не отправят по этапу в рай. По партизаням из любви к искусству споем захлеб, попьем чайку в прикуску, хоть на денек задержимся. Давай. Я приглашаю на сцену товарища Игоря не только по творческому объединению «Оазис», не только по спектаклям, но и по еще одному увлечению Игоря, по Обнинскому городскому туристическому слету. Иногда они ходили за разные команды, были года, когда ходили за...